В рамках реализации программы «Светлый город» в поселке Покровский городок в военном городке номер 12 в этом году установят 168 опор освещения и 275 светильников. Также в населенном пункте протянут более 11 километров самоизолированного провода. Срок выполнения этих работ до 15 сентября. В настоящее время готовится пакет документов для проведения конкурсных процедур, сообщил глава округа Андрей Иванов.